и, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Так как Христос прежде долгое время пребывал в земле Генесарецкой, то жители ее узнали его и по виду, и по чудесам, и обнаружили в себе столь теплую веру, что желали прикоснуться хотя к краю одежды его, и те, кто прикасался, получали исцеление. Так и ты прикоснись к краю одежды Христовой, то есть к скончанию жительства Христова во плоти. Ибо если будешь веровать, что Христос родился, умер, воскрес и вознесся, спасешься, так как одежда его — плоть его, а край одежды сей означает конец его жизни на земле.